Добрейшее вам время суток. В рубрике «Энергичный будильник» отвечаю на то, как работать с критикой чужих людей, которые, естественно, у большинства из нас отнимает очень много энергии. На самом деле критика – болезненная тема для меня, и мне в свое время, несколько лет назад, очень помог вебинар Инны Мурашовой на эту тему. Она сказала, что разрешать себя критиковать можно трем категориям людей. Первое – тем, кому вы платите за то, чтобы они вас критиковали, да, то есть ваши учителя. Второе – те, кто платит вам за вашу работу, то есть это ваши клиенты. И третье – люди, которых вы назначили гуру в какой-то области, и вы хотите у них научиться что-то делать. Соответственно, всем остальным вы можете говорить «спасибо за ваше мнение, я его учту». Но для этого нужно работать с самооценкой, потому что если у вас внутри червячок есть, что вы что-то делаете не так или выглядите как-то не так, то, конечно, вы поверите этому критикану. Удачи вам!